Олимпиада. Фильм об 11-х Олимпийских играх в Берлине 1936 года. Посвящается барону Пьеру де Кубертену, возродившему олимпийское движение. Честь и слава молодежи всего мира. Режиссер фильма Лени Рифеншталь. Композитор Херберт Винт.
Thank you.
Греция. Болгария. София. Югославия. Белград. Венгрия. Будапешт. Австрия. Вена. Чехословакия. Прага. Германия.
Объявляю 11-е Олимпийские игры в Берлине, игры новой эры, открытыми. Олимпийские игры начались. Лучшие спортсмены мира приехали в Берлин. Представители 51 страны будут бороться за победу. Игорь, мы ждем Зубин, грандиозный штат Олимпии в Берлине.
Mais de 51 nações enviaram para cá todos os seus esportistas, todos os melhores esportistas para dar o início ao grandioso Jogo Olímpico de 1936. Более 50 стран представлены на Олимпиаде, а точнее 51 страна, где собраны самые лучшие спортсмены. Тем самым Олимпиада – некий прообраз чемпионата мира. Первыми на Олимпийский стадион сегодня выйдут метатели диска. Начинают соревнования «Карпентер», Соединенные Штаты. Открывает программу выступлений метателей диска Карпентер, Соединенные Штаты. Заступ. Шультер, Германия, мировой рекордсмен. Сорок семь метров двадцать два сантиметра. Норвежец Сёрли. 48,77. Филос, Греция. 47,75. Второй американец, Дан. 49 метров 36 сантиметров. Шведберг. 47,22. Лэнг, Китай. Заступ. Ноэль, Франция. 44,56. Рич, Германия. 45,10. Оперледер, Италия. 49 метров 23 сантиметра. Последняя попытка, Шрёдер, Германия. 47, и снова всего 47 метров 93 сантиметра. А это Карпентер. Пятьдесят метров 48 сантиметров. Серебро и золото у Америки. Соревнования по метанию диска у женщин. Полька Вайсовска, главная соперница германской рекордсменки мира Мауэрмайер. 43 метра 54 сантиметра. Потима, Япония. 33,5 метра. Полька Вайсовна. 44 метра 69 сантиметров. Почти на 1 метр дальше, чем Мауэрмайер. Чифарова, Чехословакия. 34,03. Инашима, Япония. 37 метров 35 сантиметров. Боленхауэр, Германия. 39,80. Гизела Мауэрмайер.
Всего лишь 41-64. Вайсовна, Польша. Вайсовна, Польша. Сорок шесть метров 22 сантиметра. Она остается первой. Последняя попытка Гизелы Мауэрмайер. Сорок семь метров 63 сантиметра. Новый олимпийский рекорд. Германия вновь впереди. В соревнованиях по метанию копья у женщин в финал вышли Лиса Крюгер, Германия, Мария Квазневска, Польша, и Кили Флейшер, Германия. Последняя попытка у Крюгер. Сорок один метр 29 сантиметров. Очередь польки. Сорок один метр 80 сантиметров. Кили Флейшер. Сорок пять метров 18 сантиметров. Серебряная и золотая медали у Германии. Полька на третьем месте. Забег на 80 метров с барьерами у женщин. Борьба за выход в финал. Восемьдесят метров с барьерами у женщин. Финал. Валлайт Эстонии из Италии, Тейлор Канада, Бракета Польша, Штойер и Экерт Германия. Эстония первая. Она первой преодолевает первый барьер. Канадка догоняет ее. Немки рядом с лидерами. Но к финишу первой приходит итальянка Валла. Она завоевывает золото. Первое место – Валла, Италия. Второе место – Штойер, Германия. И третье место – Тейлор, Канада. И
В метании молота у мужчин двое немцев в финале. Их самый главный соперник — швед Варнгард. Бросает Роланд в Соединенные Штаты. Пятьдесят один метр шестьдесят шесть сантиметров. Хайн, Германия. Пятьдесят четыре метра семьдесят. Хайн впереди. Варнгард, Швеция. Пятьдесят четыре восемьдесят три. На 13 сантиметров дальше Хайна. Бласк, Германия. Пятьдесят четыре десять. Уттола, Финляндия. Пятьдесят один девяносто. Хайн, Германия. Пятьдесят четыре восемьдесят пять. На 2 сантиметра дальше Варнгарда. Хайн вновь впереди. Последняя попытка шведа. Всего 53-30. Бласк, Германия. Пятьдесят пять метров четыре сантиметра. Новый рекорд. 55-04. Германия вновь впереди. Последняя попытка Хайна. Еще дальше. 56-49. Германия вне конкуренции в этом виде программы. Золото и серебро. Третий Варнгард из Швеции. Полуфинал 100-метровки у мужчин. Самый быстрый американец Джесси Оуэнс на старте.
Оуэнс побеждает со временем 10,4 секунды. В следующем забеге сильнейшие бегуны. Дортмайер, Германия, Макфи, Канада, Бергер, Голландия и Суини, Англия. Дортмайер показывает 10.02. Новый рекорд мира. Из-за сильного ветра результат не засчитывается. Финал 100-метровки у мужчин. Самые быстрые бегуны мира выходят на дорожку. Дортмайер, Вайкох, Оуэнс, Штрандберг, Озендарп и Меткаф. Оуэнс выходит вперед. Штрандберг рядом. Озендарп третий. Меткаф финиширует вторым. 10.03. Финал 100-метровки мужчин. Побеждает Джесси Оуэнс. Прыжки в высоту, женщины. Высота 1 метр 40 сантиметров. Прыгает канадка Белл. Карпер, Австралия. Дороти Одем, Англия. Эльфриде Каун, Германия. Чак, Венгрия. Высота 1 метр 55 сантиметров. Абен, Соединенные Штаты. Третья попытка. Высота не взята. Колн, Голландия. Богар Ратьен, Германия.
Вида Белл, Канада. Снова Белл, Канада. У нее уже две неудачные попытки. И снова неудача. Высота 1 метр 60 сантиметров. Первая попытка у Эльфриды Каун. Неудача. Чак, Венгрия. Опять неудача. 16-летняя Дороти Одем. Эльфрида Каун, вторая попытка. И вновь неудача. А сейчас прыгает венгерка. Последняя попытка германской спортсменки. Планка поднимается на высоту 162 сантиметра. Каум, Одам и Чак продолжают соревнования. Первой прыгает англичанка. Неудачная попытка. Наша Эльфрида Каум. Она выбывает из соревнований. Последней прыгает представительница Венгрии. Вот она, олимпийская чемпионка. Первая золотая медаль у Венгрии. В метании ядра главные соперники Торренс, Соединенные Штаты, Берглунд, Финляндия и Вельке, Германия. Бросает германский десятиборец Зиберт. Четырнадцать метров 79 сантиметров. Кумси, Финляндия. Четырнадцать метров 61 сантиметр. Торренс, американец, рекордсмен мира.
15 метров 38 сантиметров. Швед Берг. Пятнадцать ноль один. Фрэнсис, Соединенные Штаты. 15 метров 45 сантиметров. Штык, Германия. 15 метров 66 сантиметров. Финский чемпион Берглунд, один из самых опытных спортсменов в этом виде программы. 16 метров 0,3. Новый олимпийский рекорд. Вельке, Германия. 15 метров 96 сантиметров. На 7 сантиметров меньше, чем у Фина. Последняя попытка Берглунда. Еще дальше. 16 метров 12 сантиметров. Вельке. Последняя попытка. 16 метров 20 сантиметров. Это победа Германии. Первый – Вельке, второй – Берглунд и третий – Штюк. Забег на 800 метров. Лучшие бегуны мира на старте. Два чернокожих бегуна против элитных спринтеров белой расы. Иннен, Эдвардс, Канада. Рядом Маккейб, Англия. Фаворит забега – рослый чернокожий Вудров. Ланци, Италия, надежда Европы. Эдвардс впереди, за ним Андерсон, Аргентина и Ланци, Италия. Эдвардс по-прежнему первый, но Вудров уже рядом. Кухарский, Польша, на второй позиции. Он обходит канадца, и вот сейчас он уже впереди. Но Эдвардс вновь выходит на первое место. Вудров уже второй. Выходит вперед. Ланци пока на пятой позиции. Эдвардс первый. Забег на 800 метров у мужчин. Неужели он победит на своей третьей Олимпиаде подряд? Третий по-прежнему Ланци.
Первый – Вудров, Соединенные Штаты. Второй – Ланци, Италия. Третий – Эдвардс, Канада. В тройном прыжке рекордсмен мира из Японии соревнуется с Меткалфом из Австралии. Ромеро, США. метров 80 метров. Чемпион Европы Рая Сари, Финляндия. 14 метров 59 сантиметров. Ричардсон, Канада. Заступ. Вельмар, Германия. Пятнадцать метров 27 сантиметров. Новый рекорд Германии. Одзима, Япония. 15.07. Айма, Япония. 15 метров 76 сантиметров. Новый олимпийский рекорд. Меткалф, Австралия. 15 метров 50. Аната, Япония. 15 метров 66 сантиметров. Айма, Япония. 16 метров ровно. Новый мировой рекорд и золотая медаль у Японии. В прыжках в длину за золото борются немец Луц Лунд и самый быстрый бегун мира Джесси Оуэнс. 7 метров 54 сантиметра. Джесси Оуэнс. 7 метров 74 сантиметра. На 20 сантиметров дальше Лунга. И вновь Лунг. 7 метров 84 сантиметра. Немец впереди. Оуэнс. 7 метров 87 сантиметров. На 3 сантиметра дальше Луц Лунг. 7 метров 87 сантиметров. Это лучше Оуэнса. Новый европейский рекорд.
И еще одна попытка Джесси Оуэнса. Восемь метров шесть сантиметров. Новый мировой рекорд. Золотая медаль у Америки. Забег на 1500 метров. Финал. Англичанин Фернс впереди. Второй Беккерли, Италия. Третий Бритчер, Германия. Ньюи из Швеции, чернокожий Эдвардс, Канада, чуть сзади. Еще дальше немец Шаумбург. Фернс по-прежнему впереди, но, впрочем, его опережает Бритчер. Он идет сейчас первым. Шаумбург на четвертом месте. Беккерли второй. Второй круг. Впереди снова Фернс. Из середины выдвигается американец Каннингем. Он обходит шведа и приближается к лидирующей группе. Он уже рядом с немцем и итальянцем и продолжает наращивать темп. Каннингем уже впереди. Он первый. Второй Шаумбург. Он не хочет уступать лидерство. Ни в коем случае. Каннингем, Шаумбург, Лавлок, Беккерли. Швед Ньюи делает рывок, обходит Кунца и Бритчера. Приближается к Беккерли. Он уже рядом с Ловлоком и Шаумбургом. На втором месте. Остаются еще два круга. Каннингем, Ньюи, Ловлок, Беккерли, Шаумбург. Ньюи догоняет американца. Ловлок тоже позади. Он делает рывок, но американец держится. Каннингем и Ньюи идут рядом. Швед уходит в отрыв. Его преследуют Каннингем и Лавлок. Последний круг, звучит колокол. Ньюи по-прежнему впереди Каннингема и Лавлока. Лавлок начинает спурт. Он обходит американца, достает шведа, обходит его. Он уже первый. Беккерли обходит уставшего шведа. Ловлок, Каннингем, Беккерли. Американец делает попытку рывка, но Ловлок держится и не уступает ни сантиметра. Беккерли также демонстрирует финишный спурт, но Ловлок не упустит своего. И он финиширует в одиночестве. Новый мировой рекорд. Первый. Лавлок. Новая Зеландия с мировым рекордом 3:47,8.
Второй – Каннингем, Соединенные Штаты. Третий – Беккерли, Италия. Прыжки в высоту, мужчины. Планка стоит на высоте 185 сантиметров. Начинает этот вид программы фаербол, Соединенные Штаты. Кастонеро, Бразилия. Казакума, Япония. Тарибио, Филиппины. Высота 1 метр 90 сантиметров. Ята, Япония. Коккас, Финляндия. Вайнкурц, Германия. Танака, Япония. Казакума, Япония. Эль-Бриттон, Соединенные Штаты. Джонсон, Соединенные Штаты. Высота 197 сантиметров. Казакума, Япония. Калима, Финляндия. Вайнкурц, Германия. Танака, Япония. Ята, Япония. Фербол, Соединенные Штаты. Эль-Бриттон, Соединенные Штаты. Джонсон, Соединенные Штаты.
Планка на высоте 203 сантиметра. Только четверо продолжают борьбу за победу. Кокос, Финляндия, лучший прыгун Европы, начинает. И выходит из борьбы. Фэрбоу, Соединенные Штаты. Эль Бриттон, Соединенные Штаты. Джонсон, Соединенные Штаты. Олимпийский рекорд. Итак, первый Джонсон, второй Эль Бриттон, третий Фэрбоу. Американские прыгуны заняли весь пьедестал. Забег на 110 метров с барьерами. Квалификация. Второй забег. Слева направо. Лаври, Южная Африка. Финлей, Англия. Черный Поллард, Америка. Иванович, Югославия. О'Коннор, Канада. Вегнер, Германия. В первом предварительном победил Форест Даунс из Америки с мировым рекордом 14-1. Но главные соперники – черный американец Поллард и англичанин Финлей. Рядом бегут Финлей и Поллард. Финлей отстал. Поллард уходит в отрыв. А теперь Финлей его достает. Какой драматичный финал забега. Спортсмены бегут ровно. И вот Финлей обходит соперника на самом финише. Второй Поллард, Америка. Третий О'Коннор, Канада. Форест Даунс перед финальным забегом. Его опасные соперники Финлей и черный американец Поллард. Итак, начинается. Поллард, Америка, О'Коннор, Канада, Стоунтон, Англия, Литман, Швеция, Форест Даунс, Америка, Финлей, Англия. Финлей и Даунс идут первыми. Но Даунс бежит быстрее. Он отрывается от Финлея. Поллард делает рывок, но Даунс взлетает на последнем барьером и финиширует первым. Даунс выигрывает забег с результатом 14,2 секунды. На втором месте Финлей, Англия, на третьем Поллард, Америка. Никонен, Финляндия. Тойвонен, Финляндия.
Кляйн, Чехословакия. Ватнес, Исландия. Терри, Соединенные Штаты. Уэно, Япония. Тойвонен, Финляндия. А это Метти Järvinen, тот самый мировой рекордсмен из Лос-Анджелеса. Венгер Варсеги. Итальянец Верди. Швед Апфельбаум. Наш немец Шток. Еще раз Тойвонен. Никконен, Финляндия. Метров 77 сантиметров. Последняя попытка Штока. Метр 84 сантиметра. В первый раз мировой рекорд покорился Германии. На этом английское владычество в этом виде программы закончилось. Забег на 10 тысяч метров. Мужчины. Англичанин выходит вперед. Первым бежит Фойтен, вторым Бернс. Рядом с ними Стайер из Финляндии. Впереди по-прежнему два англичанина. Маракозо, японский чемпион, продвигается вперед. Маракозо, японец Маракозо бежит уже первым. Продолжается забег на 10 тысяч метров. Лидеры обогнали аутсайдеров уже на целый круг. Первый Маракозо, второй Салминен, Финляндия. Третий поляк Ной. Позади них Аскола. И еще один финский бегун. Англичанин Бернс на шестой позиции. Японец по-прежнему впереди. Ничего не изменилось пока. Аскола идет вперед, он обходит поляка, он уже сейчас на третьем месте, догоняет Финна Салминена, но финский Стайер не сдается, не пускает его вперед. Вот оживился Аскола, он обходит поляка, он уже на четвертом месте, до японца практически рукой подать. Англичанин Бернс отстал, не выдерживает высокого темпа. Аскола вновь догоняет Салминена. И вот Аскола уже второй на дистанции.
Второй за японцем Аскула, Салминен третий, Изахала четвертый. Поляк пока на пятом месте ведет преследование лидеров. Финны наращивают ураганный темп. Японец не выдерживает натиска. Финны догоняют его. Тройка финнов уже впереди. Неужели японец сдался на милость победителям? Изакова и Аскула оставили японца далеко позади. Сейчас японец идет на четвертом месте. А теперь еще и Салминен настигает их. Финское трио впереди. Первый Изахолу, второй Аскула, третий Салминен. Финны бегут еще быстрее, но маленький японец настигает их. Он обходит Салминена, он уже на третьем месте. Салминен выбегает вперед, лидирует Аскула и Захолу за ним. Последний круг. Начинается финский спурт. Поляк Ной остается у них за спиной. 200 метров до финиша. Аскула предпринимает финишный рывок. Он обходит Салминена, убегает еще дальше. А вот и финиш. Салминен по-прежнему впереди. Аскула не отстает. Пытается достать лидера, но Салминен побеждает. Первое место Салминен. Второе Аскула. Третье Изахолу. Финские бегуны в этой программе взяли все медали. Финал в прыжках в шестом. 25 прыгунов преодолели первоначальную высоту в 3 метра 80 сантиметров. Thank you.
Борьба прыгунов шестовиков еще продолжается. 5 часов спортсмены не покидают прыжковый сектор стадиона. 3 американцев и 2 японца. Противостояние 2 великих спортивных держав, как в 1932 году в Лос-Анджелесе. Высота планки 4 метра 25 сантиметров. Первый прыгает Оя, Япония. Неудача. Вторая попытка. Гейбл, опытный американец, вступает в борьбу. Неудача. Его мировой рекорд 4 метра 37 сантиметров. Он самая большая надежда Америки. Вторая попытка американца. Опять неудача. Последний прыжок. И американец выбывает из соревнования. Нисида, чемпион Японии. Серта, Америка. Американский юниор-новичок Миддлс. Неудача. Вторая попытка Миддлса. Высота 4 метра 35 сантиметров. 2 американцев против 2 японцев. Начинает Ойе.
выбывает. Эскен. Также выбывает. Нисида и Мидлс борются за золото. Нисида. Проиграл. Многочасовая борьба отняла у него слишком много сил. Мидлс. Победа Америки. Новый олимпийский рекорд и золотая медаль у Мидлса. Женская эстафета 4 по 100 метров. Германия, Англия, Америка, Канада, Голландия и Италия в финале. Женская команда в полуфинале. Германия установила мировой рекорд. Метр за метром германская команда все дальше и дальше уходит вперед, оставляя соперниц за спиной. Голландка, однако, не сдается. Сейчас побежит наша вторая спортсменка. Чуть замешкавшись на старте, Ute Lehmann вырывается все дальше вперед. Догоняет соперниц. Передача эстафеты. И все начинается сначала. Наша Кохлер увеличивает отрыв от соперниц. Немок уже не удержать. Последний отрезок дистанции, четвертая эстафета. Но что это, наши девушки уронили эстафетную палочку? Какая досада. Американка бежит к золотой медали. Хелен Стив финиширует первой. Это победа. Первое место Соединенные Штаты, второе Англия, третье Канада. Мужская эстафета 4 по 100 метров. В финале Аргентина, Германия, Голландия, Америка, Италия и Канада. Оуэн, самый быстрый бегун в мире, сейчас впереди. Он обходит на повороте итальянца Мариани. Первая передача эстафеты. Второй отрезок дистанции. Американец обходит канадца на дистанции. Передает эстафетную палочку Дрейкоху. Дрейкох устремляется вперед, увеличивает свое преимущество. Третий этап дистанции. Передача эстафеты. Дрейкох приходит первым и отправляет вперед своего товарища по команде. Первое место. Америка. Новый мировой рекорд.
39,8 секунды. Второе место Италия, третье Германия. Голландец Озендер на третьем этапе выронил эстафетную палочку. Мужская эстафета 4 по 400 метров. В финале Германия, Америка, Канада, Швеция, Венгрия и Англия. На первом этапе у Великобритании бежит Вулф. Пытается оторваться от своих соперников в самом начале. На первом этапе у канадцев бежит Фрис, самый быстрый спринтер в мире. Вот канадец сокращает отставание все больше и больше. 8, 7, 6 метров. Фрис постепенно догоняет англичанина, но силы не беспредельные. Расстояние остается буквально 2 метра полтора. А сейчас спортсмены бегут плечо в плечо. Канадец уверенно выходит вперед. И вот она, первая передача эстафеты. Эдвард следующий. Это уже его 8-й старт на Олимпиаде. И 4 выигранные медали. Американец догоняет. Впрочем, Янг уже совсем рядом. Они бегут вровень. Обходит. Неужели обходит? И вдруг англичанин Персон выходит на первое место. Сейчас происходит смена на дистанции. Робертс улетает вперед. Американец О'Брин устремляется за ним в погоню, все больше и больше сокращая отставание. Они идут вровень, буквально плечо к плечу. Что будет дальше? Но Робертс сильнее. Он снова уходит в отрыв. Отрывается на 1 метр, на 2 метра. Англия ведет эстафету. И вот она, последняя смена на дистанции. На этом этапе у британцев бежит Браун, самый быстрый белый во всей Европе. И вот третий старт на Олимпиаде. Американец приближается. Какая ожесточенная борьба на дистанции. Сантиметр за сантиметром отыгрывает преимущество англичанин. Стич и Браун. Два великих бегуна. 200 метров до финиша. Американец догоняет его. Выдержит ли он? Он должен бороться. Но, кажется, Браун выдерживает. Да, выдерживает. Браун выдерживает заданную скорость, заданный темп. И, кажется, вот остаются буквально метры до финиша. И он выигрывает для Англии очередную золотую медаль. Первое место Великобритания, второе Соединенные Штаты, третье Германия. Олимпийский марафон. Финал. Марафонский забег. Лучшие атлеты мира. 42 километра до финиша. 56 бегунов пытаются принести победу своей стране в самой сложной беговой дисциплине Олимпийских игр. Сапала из Аргентины хочет, как и в Лос-Анджелесе, победить еще раз. Но японец очень серьезный соперник. Ланг – фаворит забега. Впрочем, и Сон очень силен из Японии. А может быть, финны? Может ли команда оказаться сильнее японской? Бегуны покидают стадион, лидирует Сапала.
В эфире Германское радио. Мы ведем наш репортаж с марафонской дистанции. 8-й километр. Впереди сейчас спортсмен под номером 33 Сапала, Аргентина. Вторым бежит португалец Диш. Японец и представитель Великобритании на 3-й и 4-й позициях. Внимание, внимание! Мы ведем наш репортаж с середины марафонской дистанции. По-прежнему впереди аргентинец Сапала. Участникам предстоит пройти сложный участок по пересеченной местности. Зачастую асфальт здесь перемежается с рытвинами и резкими подъемами. За Сапалой идут плечо в плечо представители Японии и Великобритании. Португалец Диош на 4-м месте, швед Исаксен, южноафриканец Колман за ними. Представители Финляндии замыкают первую десятку. Одна страна, одна воля, один дух. 21 километр дистанции впереди. Мы ведем наш репортаж с холма Кайзера Вильгельма. Бегуны прошли уже 2/3 дистанции. Сапала, Аргентина, победитель Лос-Анджелеса, сломался и сошел с дистанции. Слишком резвый старт его подвел. Впереди японец Сон.
победитель олимпийского марафона Китан Сон, Япония. Второй – Харпер, Англия. Третий – еще один японец, Нан. Четвертый – Танила, Финляндия. Пятый. Мюнонен, Финляндия. Шестой. Колман, Южная Африка.
Олимпиада. Вторая часть фильма об Олимпийских играх в Берлине. Режиссер Лени Рифеншталь. Композитор Херберт Винт. Thank you.
Олимпийская регата в Киле. 25 стран участниц. Начинаются соревнования в этом виде программы. Победитель Дания Кафенен, Голландия. Соревнования в следующем виде программы регаты. Победитель Петер Бишоп, Германия. Дан старт командным соревнованиям в классе шестиметровых яхт. Thank you.
победила команда Англии. Финал в одиночных соревнованиях фехтовальщиков. Габош, Венгрия, Матце, Италия. Победил Габош, Венгрия. В финальном бою боксерского турнира в тяжелом весе встретились Рунге, Германия, и Лобел, Аргентина. Победил по очкам Рунге, Германия. А тем временем в Биберице начинаются соревнования по современному пятиборью. Стрельба из пистолета, фехтование, плавание и бег. Вот какие дисциплины предстоят участникам, кроме сегодняшнего конного заезда. Явные фавориты шведы. Обер-лейтенант Тофельд, победитель Олимпийских игр 1928 года, снова на старте. Германию здесь представляет обер-лейтенант Хайнрих. Начинает лейтенант Лео Харт, Соединенные Штаты. Обер-лейтенант Хайнрих, Германия. Лабонга, Франция. Обер-лейтенант Абба, Италия. Обер-лейтенант Тофельд, Швеция. Лейтенант Лен, Германия.
первый всадник у финиша. Для него гонка уже позади. Это Лео Харт, Соединенные Штаты. Хайнрих, Германия. Абба, Италия. Лен, Германия. Молли, Бельгия. Положение после первого вида программы. Третий вид программы в современном пятиборье – стрельба. Уэза, Франция. Легард, Великобритания. Тофельд, Швеция. Лебан, Австрия. Лемп, Германия. Молли, Бельгия. Кэмтранби, Бразилия. Кеттунен, Финляндия. Хайнрих, Германия. Леонард, Соединенные Штаты Америки. Положение участников после третьего вида программы. Последний вид программы в современном пятиборье. Забег на 4000 метров. Лемп, Германия. Хофельд, Швеция. Абба, Италия. Леонард, Соединенные Штаты. Хайнрих, Германия. Финиша Лемп, Германия. Он Орбан, Венгрия. Тофельд, Швеция. Абба, Италия. Леонард, Соединенные Штаты. Хайнрих,
Германия. Победитель в современном пятиборье — обер-лейтенант Хайнрих, Германия. Второй — лейтенант Леонард, Соединенные Штаты. Третий — обер-лейтенант Абба, Италия. А сейчас все 85 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине в ожидании следующего вида программы — десятиборья, борьба настоящих атлетов. До 1936 года мировой рекорд удерживал немец Зиберт, но сейчас он травмирован и не может состязаться. Неизвестный американец недавно побил его рекорд. Гленн Моррис из Колорадо. Но даже для него олимпийский старт – это нервы и волнение. Рядом находятся настоящие мастера. Начинается первый вид программы десятиборья – бег на 100 метров. На старте Кларк, Соединенные Штаты, немец Беннет и Райнер, Чили. Кларк в середине, он устремляется вперед, никто не сможет его сейчас достать. Он блестяще, все быстрее и быстрее приходит к финишу и финиширует. Он показал прекрасный результат — 10,9 секунды. Первое место — Кларк. Следующие участники — Паркер, Соединенные Штаты, Чони, Венгрия, и китаец Чок. Американец сразу возглавляет этот забег, уходит вперед, венгр находится рядом с ним, но американец финиширует первым. Его время — 10,4 секунды. Следующие участники — Кляйн, Чехословакия, Моррис, Соединенные Штаты Америки. Он стартует по второй дорожке. И Хуберт, Германия. Моррис бежит по центральной дорожке. Он все быстрее и быстрее приближается к финишу. Моррис финиширует первым. Он показывает время — 11,1 секунды. Лидируют три американца: Кларк, Паркер и Моррис. Немец Хуберт на четвертом месте. Прыжки в длину. Второй вид программы современного десятиборья. Прыгает Паркер, Соединенные Штаты.
7 метров 35 сантиметров. Хуберт, Германия. Шесть метров 89 сантиметров. Моррис, Соединенные Штаты. 6 метров 97 сантиметров. А сейчас Кларк, Соединенные Штаты, главный соперник Морриса. 7 метров 62 сантиметра. Кларк лидирует соревнования. Третий вид программы – ядро. Хубер, Германия. 12 метров 70 сантиметров. Кларк, Соединенные Штаты. 12 метров 68 сантиметров. Гленн Моррис. Он должен наверстать отставание. 14 метров 10 сантиметров. Прыжки в высоту. Планка на высоте 185 сантиметров. Прыгает Кларк. Паркер. Моррис берет эту высоту и выходит в лидеры соревнований. А сейчас главное испытание – забег на 400 метров. Первым сейчас бежит австриец. Моррис на третьей позиции. Он догоняет своих соперников, постепенно выходит вперед. Второй – Хубер. Моррис выходит вперед, он первый. В невероятном темпе проходит этот забег. Американец приближается к финишной черте. Остаются последние 250 метров до финиша. Он наращивает темп и первым доходит до финиша. Теперь в этом забеге все абсолютно ясно. Его время 49 секунд. Отставание от Кларка минимальное. Шестой вид программы. Бег на 110 метров с препятствиями. Стартуют Паркер, Соединенные Штаты, Чани, Венгрия и Гюль, Швейцария. Паркер показывает блестящее время. 15,1 секунды. На старте Буланже, Бельгия. Кларк, Соединенные Штаты. Боннет, Германия. 1-й Кларк со временем 15,7 секунды. На 0,7 секунды хуже Паркера.
На старте Хубер, Германия, Кляйн, Чехословакия, Моррис, Соединенные Штаты. Фантастический результат Морриса. 14,9 секунды. Он отыграл у Кларка почти все его преимущество, которое казалось незыблемым. Седьмой вид программы. Метание диска. Паркер. 39 метров 70 сантиметров. Кларк. 39 метров 39 сантиметров. Моррис. Моррис. 43 метра 20 сантиметров. Прыжки с шестом. Паркер. Моррис. Высота 3 метра 60 сантиметров. Кларк, 3 метра 70 сантиметров. Немец Хубер, 3 метра 80 сантиметров. Отличный, блестящий прыжок. И он снова среди лидеров соревнований. Копье, предпоследний вид программы. Бросает Паркер. Пятьдесят шесть метров 46 сантиметров. Кларк. Пятьдесят один метр 12 сантиметров. Хубер, Германия. 56 метров 45 сантиметров. Моррис. Моррис. 54 метра 12 сантиметров. Последний вид десятиборья. Забег на 1500 метров. Лидирует в забеге Хубер, но американец его постепенно догоняет. Хубер держится в лидирующей позиции, но американец его обходит, выходит вперед. Венгер находится чуть позади. Хубер пытается его догнать, но американец по-прежнему впереди. Забег проходит в бешеном темпе, лидирует по-прежнему американец. Но американец идет на рекорд, на очередной рекорд Олимпийских игр. Кажется, ничто и никто не может помешать американцу добиться нового мирового рекорда. На первых трех местах десятиборцы из Соединенных Штатов. На четвертом месте Хубер, Германии, лучший десятиборец Европы.
Финал Германия-Индия, хоккей на траве. Индусы в белом идут вперед. Они совсем рядом с нашими воротами. Атака слева. Удар. Мимо. Вбрасывание. Немцы атакуют. Атака прервана. И Индия начинает свою атаку. Индусы на этом турнире еще никому не проигрывали. Передача налево. Направо. Удар. Германия наступает слева. Передача вперед центральному нападающему. Передача. Удар. Немцы снова в атаке. Свободный удар. Индусы идут вперед. Передача на левый фланг. Еще дальше. Удар. Мяч по-прежнему находится у Индии. Наши перехватывают передачу. Германия ведет атаку справа. Передача на левый фланг. В центре. Нападающий свободен. Передача направо. Удар. Еще удар. Гол. Вбрасывание. Центральный нападающий индусов с мячом. Передача налево. Нападающий Индии у наших ворот. Удар. Финальный матч олимпийского футбольного турнира. Австрийцы вводят мяч в игру. Мяч переводится на левый фланг. Итальянский защитник его перехватывает. Итальянцы переходят в атаку.
Австрийцы переходят в контратаку. Мяч уже на подступах к штрафной. Пас вперед. Вратарь на месте. Итальянцы снова идут вперед. Атака развивается на правом фланге. Нападающий идет дальше, доходит до линии ворот. Бобровки, навес. Удар, гол. Один-ноль. Италия впереди. Австрийцы переходят в контратаку. Прорыв австрийцев. Мяч на левом фланге. Подача в штрафную. Итальянцы отбиваются. Удар, гол. В игре Австрия-Италия счет равный 1-1. Борьба в центре поля. Итальянцы снова переходят в атаку. Навес в штрафную площадь. Австрийские ворота в опасности. Бертони снова делает нацеленную передачу. Еще один удар. Гол. Два один. Италия побеждает в олимпийском футбольном турнире. Велосипедная гонка на 100 километров. 25 стран-участниц. 100 спортсменов готовятся к старту. В первый раз на Олимпиаде организован общий старт велосипедистов. Фаворит состязаний – команда Франции. Неделю назад в гонке преследования они уже выиграли золотую медаль. Старт и финиш в городском парке у Северных ворот. Сначала гонщики проедут по асфальтированной дороге вдоль парка, затем по грунтовой на север, за Олимпийской деревней повернут на запад, затем на юг 10 километров и последняя 10-километровка по асфальтовой дороге Аргуса. Последние километры на шоссе Аргуса. Впереди французы. Голландец приближается к лидерам. Он выходит вперед. Еще один рывок. Немецкий участник ускоряется. Датчане также предпринимают отчаянную попытку обгона. Но французы организуют резкий спурт. Финиш близок.
Ла Фортье, Ла Беди, Пужоль. Последние 300 метров дистанции. Финиш. Ла Фортье, Ла Беди впереди. Гонка закончена. Сто тысяч зрителей приветствуют победителей велосипедной гонки. Две золотые медали у Франции. В командном соревновании на первом месте Франция, серебро у Швейцарии, бронза у Бельгии. В личном зачете первый Ла Фортье, Франция, второй Ла Беди, Франция, третий Ниммергельд, Швейцария. Конный спорт, выиска, настоящее испытание для седока и лошади. Лейтенант Гронжон, Дания. Капитан Ниши, Япония. Победитель Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Обер-лейтенант фон Ванхайм, Германия. Майор Ямнок, Венгрия. Капитан Лундберг, Дания. Лейтенант Кантелло, Италия. Капитан Каверчиш, Польша. Гауптман Хенгерди, Венгрия. Маненхайм, Германия. А сейчас очень сложный прыжок. Аттьяли, Италия. Гронжон, Дания. Старший лейтенант Тоннент, Голландия. Thank you.
Третья подряд заминка и вынужденная дисквалификация. Кавичич, Польша. Томпсон, Соединенные Штаты. Турк Элкай. Сейчас первый немец, чемпион мира в конкуре Липпер. Второй немец, Гауптман Штубендорф. Райнер фон Ванненхайм. Майор Сьелмо, Венгрия. Лейтенант Гранжон, Дания. Лейтенант Кармелло, Италия. Капитан Платешко, Чехословакия. Лейтенант Деля Мусай, Франция. Лейтенант Марго, Франция. Капитан Себе, Норвегия. Капитан Кавиджи, Польша. Капитан Феншоу, Великобритания. Старший лейтенант де Мортан, Голландия. Двукратный олимпийский чемпион. Капитан Ферруцци, Италия. Капитан Инанами, Япония. Капитан Томпсон, Соединенные Штаты. Сержант Липпертт, Германия. Гауптман Штубендорф, Германия.
обер-лейтенант Райнер фон Ванненхайм, Германия. А вот и финиш. Лишь половина седоков пришла в конечном итоге к финишной черте. Ванненхайм сломал себе ключицу, однако, тем не менее, продолжил гонку и выиграл командную золотую медаль для Германии. Лидером в личных соревнованиях стал Гауптман Штубендорф, Германия. Капитан Томпсон, Соединенные Штаты, завоевал серебряную медаль. Бронзовая у Дании. Начинаются гонки на байдарках-четверках без рулевого. Италия, Австрия, Германия, Швейцария, Англия и Дания. Германская четверка впереди. Швейцарцы идут вторыми. Финишный рывок британской команды. Немцы удерживают свое преимущество. Англичане гребут все быстрее и быстрее. Они еще ни разу не проигрывали на Олимпийских играх. И на этот раз они хотят победить. Но Германия сильнее. Германия побеждает. Пятая победа Германии сегодня. Пятая золотая медаль в гребле. Финал у байдарок восьмерок. Швейцария, Венгрия, Англия, Америка, Италия и Германия. Первый раз за историю Олимпиад немецкая восьмерка попала в финал. Итальянцы пока лидируют. Немецкая команда приближается к ним. Германия уже вровень с ними. Корпус в корпус. Немцы выходят вперед. Начинается самое интересное. Последние 100 метров дистанции. Немецкая байдарка впереди, но итальянцы не сдаются. Рядом венгры и англичане. И смотрите, американцы резво финишируют. Германия стремится вперед, метр за метром. Но поздно, слишком поздно. Американцы победили.
Первое место Соединенные Штаты, второе место Италия, третье место Германия. Прыжки в воду с трамплина. Женщины. Германия, Соединенные Штаты, Япония в борьбе за первое место. Прыгает Ольга Янс-Йорден, Германия. Дороти Пойнтерхилл, Америка. Вторая немка Герда Даумеланг. Кэтрин Роуз, Соединенные Штаты. Пойнтон-Хилл. Шестнадцатилетняя Марджери Гестринг, Соединенные Штаты. Даумеланг. Озава, Япония. Пойнтон-Хилл. Еще раз японка. Марджери Гестринг. Победительница по прыжкам в воду с трамплина Марджери Гестринг, Соединенные Штаты. Второе место Кэтрин Роуз, Соединенные Штаты. Третье место Дороти Пойнтон-Хилл, Соединенные Штаты. 200 метров брасом, мужчины. Американец, чемпион мира Хиггинс впереди. Баттерфляй он соперничает с немецкой командой. Рядом японец Амуро и Ито. Амуро идет по центральной дорожке. И завершает промежуточный финиш первым. Он по-прежнему впереди. Немцы находятся рядом. Борьба разгорается. Американец преследует японца. Как вы видите, японец лидирует в этом заплыве. Это настоящее соперничество между Японией и Германией. Да, разворачивается соперничество между Германией и Японией. Зиткас. Ильдефонсо. Хойке. Ито. Вот они, последние метры.
Сверяются секундомеры. Амуро победил в этом заплыве. 2:42.5 секунды. Это новый олимпийский рекорд. Немец Зиткас на втором месте. Хойке, Япония, третий. Сто метров вольным стилем. Мужчины, финал. Японец впереди. Это настоящее соперничество Европы и Америки. Трое японцев, Арай, Юза и Такухи, против двоих американцев и двоих европейцев. Трое пловцов впереди. Венгер Ференс Чик, рекордсмен Соединенных Штатов Питер Финк и Юза, Япония. Немец немного отстал, но продолжает соперничество на дорожке. Японец догоняет венгра. Двое японцев идут на новый рекорд, но американец захватывает преимущество в этом заплыве. Он финиширует первым, его отделяют от финиша несколько метров. Заплыв закончен. Юза и Арай. Серебро и бронза у Японии, золото у Америки. Сто метров вольным стилем, женщины, финал. По первой дорожке плывет немка Гизела Арн. Она сейчас впереди. Рядом аргентинская рекордсменка-пловчиха Торрес. Рекордсменка мира на 100-метровке. 4 самых быстрых пловчихи мира. Они идут рядом. Немка впереди. Аргентинка преследует ее. Гизела Арн выходит вперед. Голландка по пятой дорожке идет третий. Это Михельс. Немецкая пловчиха и аргентинка Торрес соперничают за то, кто победит в этом заплыве. Гизела Арн впереди буквально на 1.5-2 метра. Продолжается заплыв. На втором месте спортсменка из Аргентины. На третьем голландка Михельс. Остается несколько метров до финиша. Гизела Арм приходит первой.